Весь 2022 год для них может считаться юбилейным, ведь они поженились 8 января, вот цифру запомните, 1967 года. Они отметили изумрудную свадьбу. Это Николай и Мария Князевы, и они в браке уже 55 лет. За долгие годы совместной жизни было многое, но пара пережила все невзгоды и радостные моменты вместе. В День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в нашей стране 8 июля, крепкую и по-настоящему счастливую пару поздравили в Щелковском ЗАГСе. Крепкая семья – это самое главное. Самое большое счастье в жизни человека, когда в отношениях двух любящих людей царит мир и взаимопонимание. И по силам создать самое светлое будущее для себя и своих детей. От всей души благодарю вас за сохранение главных идеалов и ценностей, которые лежат в основе развития нашего общества. Мы от всей души хотим поздравить вас с днем праздника, днем семьи, любви и верности. Желать вам крепкого здоровья, чтобы ваша семья всегда была вашим надежным примером, всегда была вашей отрадой. И от партии «Единая Россия» мы приготовили вам подарок. Желаем вам всего самого-самого, самого главного здоровья. Супруги Мария и Николай уверены, чтобы сохранить любовь в семье и всю жизнь прожить вместе, идя рука об руку, нужно приложить усилия с обеих сторон. Надо друг друга уважать, любить, прощать некоторое время, потому что бывает, как говорится, и у молодых, и уже и пожилых, какие-то ошибки мы сотворяем, но эти ошибки нужно, как вам сказать, друг другом выяснять и прощать друг другу. Ну, любовь, наверное, побеждает. Да я согласен во всем. В городском округе Щелково уже стало доброй традицией в день памяти святых Петра и его жены Февронии поздравлять супружеские пары, которые доказали, прожить вместе всю жизнь – это не сказка, а реальность. Ведь любовь – это самое главное. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.